Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Pra Sócrates invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Brasil! Выдающийся бразильский футболист Сократес ушел из жизни в 57 лет. Рано, с общепринятой точки зрения, своевременно, с философской. Так и следует воспринимать его уход, ведь относиться к любому событию как к источнику познания жизни или как к средству изменить эту жизнь учил он сам. Сократес Бразилейро Сампайо де Соуза Вьейра де Оливейра. Капитан сборной Бразилии, доктор медицины и философии. Tentou de longe, Corinthians, segundo gol, Sócrates, olhou, observou e aceitou, e o Corinthians faz 2-0 no Morumbi. При рождении отец нарек его именем Сократа. В Бразилии произносили Сократес, у нас Сократес, хотя правильнее было бы просто Сократ. Отец, глубоко чтивший древнегреческих мыслителей, называл сыновей в их честь – Сократ, Сосфен, Софокл. Исключением стал четвертый сын – Раймундо, Рай, чемпион мира 1994 года. Сократес своему имени соответствовал, добавив к нему слово «бразилейро» из соображений патриотизма. В юности его любимыми авторами были Платон, Кант, Макиавелли, Жан-Жак Руссо. В его первом профессиональном контракте был пункт, запрещающий клубу, Ботафого из Риберан-Прета, вмешиваться в его учебные дела. Сократес получал свою первую ученую степень в одном из лучших университетов страны и в Коринтианс и сборную пришел уже дипломированным врачом-педиатром. Там его называли доктор Сократес. Если бы медицина в Бразилии была столь же популярна, как футбол, Сократес прославился бы на другой стезе. Но известным он стал именно как футболист. Футболист незаурядный, который, по выражению одного из его тренеров, развивал прежде всего мышцы головы. При этом считал футбол не более чем хобби, а Коринтианс – местом воплощения своих социально-политических идей. Спорт – последний реликт авторитаризма в нашем обществе. Диктатура отжила свое, но футбольный уклад не изменился. Че Гевара, икона всего латиноамериканского студенчества, был кумиром и для Сократеса, вплоть до подражания во внешности. Доктор, эрудит, революционер, оратор за несколько лет настолько перестроил уклад клуба, что в Бразилии появился новый термин – демократия Коринтианса. Это не мешало команде побеждать. Трижды Сократес выигрывал с ней чемпионат штата Сан-Паулу. Хоть футбол и не был главным делом жизни, он стал одним из ведущих полузащитников страны. Предельно экономный в движениях, всегда видел лучшее продолжение атаки. Мог завершить ее сам, его удар с правой считался почти неберущимся. Фирменным трюком были пасы пяткой. И постоянно Сократес совершенствовал манеру исполнения стандартов. Пенальти в том числе. Впрочем, самый главный из них в четвертьфинале чемпионата мира 86 года он не забил. По жизни меня постоянно упрекали за две вещи. Малое время, уделяемое тренировкам, и курение. Первый из этих упреков был надуманным. Второй, увы, справедливым. Я часто ловил на себе неприязнь функционеров, которые не могли смириться с тем, что футбольная топ-звезда учится медицине и читает интеллектуальные книги.
Эта неприязнь не помешала Сократусу сыграть на двух чемпионатах мира и даже стать капитаном сборной. Ту бразильскую команду первой половины 80-х называют последними романтиками футбола. И на таком уровне, наверное, так оно и было. Но бразильцы не смогли забить сколько захотят Италии в 82-м году и Франции в 86-м. А потому великая сборная Теле Сантаны так и осталась без титулов. Не снискал Сократус футбольной славы и в Фиорентине, где провел всего один сезон. Для него европейская жизнь была слишком правильной и организованной. А итальянский футбол стал вызывать отвращение, когда пришлось поучаствовать в договорном матче. Хотя свой след он оставил и здесь. А заканчивал карьеру Сократус уже дома, во Фламенго и Сантосе, за который болел с детства. Совсем из футбола он не ушел. Тренировал, например, детские команды. Хотя, опять же, его не столько интересовала практическая сторона дела, сколько преобладало желание изменить существующий порядок вещей. Быть футболистом сегодня означает в первую очередь быть дураком и невежей. Матчи юношеских команд проводятся в будние дни, когда идут школьные занятия. И когда, спрашивается, юному атлету развиваться? Жизнь самого Сократуса была связана с футболом лишь отчасти. Он вел активную политическую деятельность, собирал в митингах по миллиону человек и не без оснований считал, что внес свою лепту в свержение диктатуры в Бразилии. Ради этого он когда-то отказался от перехода в миланский Интер, а также в организацию свободных выборов. Он был практикующим врачом, а позднее открыл собственный медицинский центр. Ближе к концу жизни получил степень доктора философии. Написал множество статей, комментировал спортивные и политические события. Рабочий день, а я взял бутылку вина. Если бутылки бы не было, ничего не изменилось бы для меня. Но это было привычкой. Это была моя компания, как и сигарета. В V веке до нашей эры Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю». В 20 веке Сократос Бразилейра развил мысль по-своему. Люди, которых мы встречаем на своем пути, могут обогатить нас. У каждого есть что-то, чему можно учиться. В этом смысл жизни. Сократос – тот человек, у которого было чему учиться. Вернее, есть. Get about it.